Алло. Да. Добрый день, я вам звонила. Ну, когда? Когда? Вот когда проснулась, сразу вам позвонила. Не было? А, понятно. А, нет, ну я же позвонила так, чтобы этот звонок, я же там нажимаю на единицу, а там было у меня сказано, что вы сбросили этот звонок. А. А, нет, ну просто когда у меня там на счету ноль, там за счет абонента позвонить, там единицу нажимаешь. Вот, ну хорошо, значит, что-то там с этим с МТСом. Ну да, все великолепно. Да, ну, зато солнышко, дождей нет, зато солнышко, ночью был дождик. Да, а я варю кашку, овсяную кашку, зарядочку уже сделала. Да, а сколько я поспала, я же легла в 7 часов вечера, встала совсем недавно. Ну да. Да, ну не все время я это спала, конечно, там я подумала, вообще такой массаж. Еще такой массаж для лица делала, такой омолаживающий. Вот. Угу, хорошо. Угу. И вам тоже прекрасного дня. Угу. Угу. Ну, у нас с вами же ни одна минутка даром не проходит. Это творческая студия Татьяны Салмановны Мактум Сайт Дин. Сейчас я варю кашку. Мой ноутбук, мой компьютер немножко сегодня шалит. О, пожалуйста, не шали. Он не записался, не сделал такую зарядочку, такое шикарное видео. А мой компьютер, мой ноутбук не записал это видео. Немножко как-то он решил пошалить. Посмотрим, запишет ли он это видео. Я там такая, в общем, веление, и зарядочка, и веление, такая вся эротически-экзотическая. И про Алика Дерибаску, мне сегодня снился. Я вчера посмотрела такое видео, что сегодня вещи сны. Мне сегодня снился миллиардер Алик Дерибаска. А какое шикарное видео было, я налила водички, прочитала 90-й псалом к зеркалу о любви к себе, о том, что я такая красивая звезда, потом зарядочка, потом веление, в моей спальне, на моем балконе, все это заснимала. Так, овсяная кашка. Ах, у меня же я отключила эту штуку, жду кашку, а сама же я отключила, потому что я должна подключить. Сейчас я подключу. В общем, у меня есть хозяйственные вопросы, перерывы между съемочками. Так, конечно, мне нужно еще постирать, знаете, это постирать. Я уже положила в мою стиральную машинку. А мою одежду эксклюзивную. Ну что, а так я хотела что? Включить съемочку. И я же вчера загрузила огромное количество видео. Не видео, знаете, как там? Когда я снимала мое вот это видео на час и 28, я сказала, что Инстаграм, я загрузила огромное количество видео.
и фото с инстаграма Натальи Правдиной и Антона Иванова. Но я немножко ошиблась, я в основном загрузила там фотографии. Так что вот, немножко такая ремарочка, и сказала, что я читаю с моего ноутбука. У меня, ноутбуком я заснимаю, это у меня стационарный компьютер. Так что, такие опечатки, можно сказать, на том видео. Потому что я, конечно, больше фото загрузила и Натальи Борисовны Правдиной, и Антона Иванова, чем видео. Так что вот. А так я загрузила на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефиса, с Яндекса я просто посмотрела, с интернета, можно сказать, отрывки из книг Натальи Борисовны Правдиной, а также «Небесная 911». В общем, такой материал, еще подготавливала материал для моей студии, творческой студии позитивного мышления Татьяна Салмановна и Мактум Сайфудин. Ну, одета я сейчас, по спортивному, как у меня, зарядочка, потом это завтрак, кашка овсяная с чаем, чайничек уже закипел. Ну, давайте сделаю такой обзор. Как тут получаюсь, шикарно. А то я делала здесь специальный массаж. Наверное, несколько часов потратила. Специальный массаж для моей головы, для волос. Специальный массаж. И специальный массаж для лица. Омолаживающий. Ну, о правильном питании мы будем тоже с вами говорить. Ну, что значит правильное питание? Я вам расскажу. Ну, я вам расскажу о себе. И как я вообще представляю. Ну, у кого нет каких-то этих особых, в общем, этих предпочтений, ограничений, хотя, я вам расскажу мои предпочтения. Это не являются, это не являются рекомендации, вот. Я просто расскажу мои мысли на этот счет. Ну что, давайте к моей странице. Сейчас я поставлю туда, ниже мой ноутбук. Что есть на первом плане? Получились эти штучки на первом плане. В общем, кашка варится и обзор. Обзор «Небесная 911». Я читала эту книжку еще в 2005 году. Шикарно. Я хочу сказать, что такая там и медитация, вообще вот этот вот «Небесный банк». Я там сделала такие вам, выделила. Ну, всю, конечно, книжку я просто посмотрела. Просто посмотрела, в общем, для себя повторяю. И, в общем, для моей творческой студии позитивного мышления. Все-таки позитивным мышлением я занимаюсь с 2002 года. Вот, по настоящее время. Сегодня у нас 24 число. Ну что, давайте такой быстренько обзор. Сделаем обзор. Читаю, кто интересуется моим творчеством, моей творческой студией позитивного мышления, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин, как на первом плане здесь у меня эти зарядочки получились. В общем, что? Конечно, нужно, может быть, немножко это убрать, но у меня, техника компьютера, лампа, в общем, ничего, да? Обзор. Давайте такой быстренький обзор, пока кашка варится, потом у меня такой завтрак. Роберт Стоун, «Небесная 911». В этой книге я попытаюсь доказать вам, что ангелы и феи реально существуют. Это цитата из книги Роберта Стоуна, «Небесная 911». А еще мы с вами будем изучать денежную уборку.
я вам прочитаю, я даже немножко уже подзабыла. Денежная уборка из книжки Натальи Борисовны Правдиной, что когда убираешь, моешь, протираешь машинку, стиральную машинку, стол, полы, нужно это с определенным настроем. С определенным настроем, и у нее это написано, ну, я думаю, что, ну, в общем, просто шикарно. Просто шикарно у нее об этом написано, это нужно будет почитать. Я это читала в 2003-2004 годах, вот, и я бы это делала. Нужно еще раз прочитать, записать. Я считаю, что это очень-очень и очень интересно. Так. Роберт Стоун, книжка «Небесная 911. Как обращаться за помощью к правому полушарию мозга». Вот, 1997 год, копирайт Роберт Стоун, США. Сказка ложь, давней намек, в детстве все любят сказки и верят в них. Когда же люди становятся взрослыми, они начинают относиться к ним по-другому. Считается, что в реальном или материальном мире для сказок нет места. А от мира фантазий взрослому человеку какая польза? Так вот, я вам скажу, польза очень даже ощутимая. Начнем с того, что мир фантазий, мир сказок. Это то же, что философы называют идеальным, нематериальным, божественным миром. Вот. Этот мир – источник и основа мира материального, в мире нашей повседневной жизни. Пишет Роберт Стоун, так начинается его книга «Небесная 911». Так. Я хочу предложить вам такую сказку, которая позволяет сделать все остальное, все остальные сказки были. Как вступить в контакт с доброй феей? Я хочу предложить вам такую сказку, которая позволяет сделать все остальные сказки былью. Как вступить в контакт с доброй феей? Пишет в своей книге Роберт Стоун «Небесная 911». Во Вселенском банке такой камеры нет, потому что банк уже знает, кто вы, у него имеется на вас целое досье. Оно на той странице, которая отводится вам в книге жизни. Ну да, про Вселенский банк, это тоже пишет Роберт Стоун в своей книжке «Небесная 911». Дальше я сделала отрывок из книги Натальи Борисовны Правдиной «Я привлекаю успех». Просто я работаю волшебником. Это подзаголовок очередной главы Натальи Борисовны Правдиной. Вспомните, с чего начинаются все волшебные приключения. С того, что какая-либо чудесная сила, золотая рыбка, джин или добрая фея спрашивают героя, какое твое самое сильное желание? И вот после этого начинаются чудеса. Мы с вами уже полностью определились с желаниями, то есть приготовились к встрече с джинном. Не так ли? Тогда вперед, и пусть божественная правда сияет нам на нашем блистательном пути к победе, пишет Наталья Борисовна Правдина в своей книге «Я привлекаю успех». Дальше я загрузила вам с Яндекса статью про прима-балерина, в общем, такая статья про женщин, особенно про модель, которая за 70. Вот ее вопрос. Какой совет можете дать тем, кто хочет, но боится попробовать что-то новое уже в зрелом возрасте? А там это речь модели, ей за 70. Нужно очень много работать над собой, очень много, каждый день.
быть активным в общении, в соцсетях, рекомендует она, предлагать себя, заявляться на кастинги, вливаться в новые комьюнити, не бояться. Сейчас мир такой, нам старшим сложно, но этому нужно и можно научиться. Дальше отрывок из книжки я публикую на моей странице Натальи Борисовны Правдиной, маленькая книжка для большого волшебства. Я меняю ненависть на любовь, нищету на богатство, страдания на счастье, болезни на здоровье, слабость на силу, зависть на доброту, неудачу на удачу, ненависть на дружбу. Да будет так. Ну и, конечно, она очень красиво написала про ресторан, про то, что программа счастливого дня. Да, мой обожаемый муж в белом смокинге приглашает меня на танец. Мы танцуем, срывая аплодисменты других посетителей ресторана, а певец говорит в микрофон: «Давно я не видел такой элегантной пары. Красиво». Красиво? А представьте себе, что все это я тоже сначала представила, а затем уже Вселенная осуществила эту мою мечту. Причем все получилось даже лучше, чем я себе представляла. Вселенная любит делать подарки. Пишет Наталья Правдина в книжке, которую я уже озвучила. Ну, идеальный вечер. Надо будет мне пробежаться более. Надо будет мне видеокамеру просто направить. Я просто я немножко боком. Я думаю, я здесь читаю. В общем, нужно как-то немножко, наверное, сюда поставить, чтобы это более красиво было, более красиво. Так я поставила видеокамеру сюда. Так, я тебе здесь помешаю мою кашку. Знаете, было такое шикарно красиво. Себя шикарно красиво. Надо еще посмотреть, как это, как выставить это еще свет. Ну и дневной я открыла, у меня открыто проветривание. Вот. Удача, богатство, успех и любовь — это наши ключевые любимые слова. Как пишет Джозеф Мерфи, это самые сильные слова, которые могут преобразовать вашу жизнь. И сами эти слова и понятия, которые они обозначают, обладают определенной энергией, вибрацией. Можно настроиться на волну удачи, и она обязательно вынесет вас туда, куда вы хотите. Это я читала отрывок из книги Натальи Борисовны Правдиной. Еще хотела вам такую медитацию «Моя счастливая судьба», упражнение, ну это я, знаете, уже после завтрака, уже, знаете, как-то после завтрака. Это звезда ваша, это звезда вашей счастливой судьбы, именно та, при которой вы родились. Впустите ее в свет в свое сердце, наполнитесь энергией этой звезды,
Почувствуйте, как вы сами начинаете светиться и лучиться сияющим светом. Почувствуйте пульсацию своей живой звезды в собственном сердце. Ощутите ее ласковое, светлое, теплое в своем теле. Почувствуйте пульсацию своей живой звезды в собственном сердце. Ощутите ее ласковое, светлое тепло в своем теле. Дальше отрывок из книги Натальи Правдиной «Вышина штука звезды». Очень-очень рекомендую эту книгу. Очень шикарная книга. Великолепная книга. Да, да, вас там какое-то время не было слышно. Наверное, у них был этот отпуск, или где-то они уезжали. Ремонты. Там у нас наверху, ремонты. Ремонты занимаются люди ремонтами. 16 этажей, дом 16 этажей. Человек света оставляет после себя шлейф света. На физическом уровне это проявляется в том, что мы не выбрасываем пластиковую бутылку из окна машины. Так что мы. Человек света оставляет после себя шлейф света. На физическом уровне это проявляется в том, что мы не выбрасываем пластиковую бутылку из окна машины. Это отрывок из книги Натальи Правдиной. Мы все звезды, мы уважаем священное право других людей светить, переливаться всеми красками, которые составляют бесконечную палитру божественной мистерии жизни. Это тоже из книжки Натальи Правдиной. Любовь всегда была с вами, дорогие мои. Пришла пора делиться ею с миром. Тогда путь ваш всегда будет светел и чист. Наталья Правдина. Это из ее книги. Я еще как выделила красиво. Дальше я публикую ее утреннюю медитацию «Привлечение любви». Вот. Рецепты молодости и красоты. Кашка. У меня практически кашка сварилась. Сейчас я заварю себе чай. Буду кушать. Я себя чуть-чуть немножко вот там вот здесь сниму. Мне надо кусок вот здесь минуточку позитива. Сейчас я посмотрю, сколько тут сделать этих минуток позитива. Вообще чакра. Я сегодня так посмотрела, зарядочку сделала, конечно, нужно мне заниматься, этой чакрой. Нужно заниматься, конечно, этой чакрой. Более активно. Заниматься чакрой, заниматься физическими упражнениями, белли-дансом. Белли-дансом. Здесь съемочка была лучше, когда не было здесь немножко свет падает.
свет падает, поэтому их немножко прикрыть надо. Тогда будешь более красиво. Съемочка тогда будет более красивая. Сейчас я вам покажу. Чтобы более красивая была, более красивая съемка. Не чакры. Сейчас заниматься нужно этой чакрой. Пока небольшие упражнения, конечно, нужно, знаете, belly dance. Будем с вами, будет еще такой в рамках моей студии позитивного мышления, будет такой belly dance Татьяны Салмановной Мактум Сай будет это со мной. Упражнение с belly dance я занималась в 2004 году. Я ходила на belly dance, на танцы живота, подумала, может быть, для вас это повторить эту зарядку, повторить мою зарядку. Что вам сказать? А с чего нужно открыть? Сейчас я открою. Здесь получалось. Посмотрим. Или пробежаться по моей зарядочке еще раз. Показывала здесь зарядочку, а для этого я переодела обувь. Я это делала в другой обуви. Я делала это в кроссовках. Зарядочку я делала в кроссовках. Знаете, как вот эти вот, которые могут видеть ауру? Видеть ауру, уже не позанималась зарядочкой и поняла, что если вот так вот посмотреть мою ауру, знаете, так вот ауру, то здесь будет она, конечно, вот в этом месте немножко вот это. То есть нужно в течение дня, в общем, заниматься, знаете, вот этой растяжкой, и, в общем, этими упражнениями такими. Ну что, еще раз, наклоны, сейчас посмотрим. Наклоны. Стало лучше. Смотрите, позанималась зарядочкой. Я буквально 10 минут занималась зарядочкой. Я это определила по наклонам.
намного лучше. Ну что я там делала? Надо 10 наклонов, потом что? Я делала... Ох, а что у меня тут с кофточкой здесь? Смотри, как-то она так у меня... Что здесь такое произошло-то с моей кофточкой? Да, намного лучше. Ну да, теперь зато, видите, могу вам сказать. А так немножко фонило. Фонило, знаете, как-то вот в плечах и вот здесь. Поэтому, знаете, нужно заниматься собой. Заниматься собой, спортом. Ну, надо снять перстни. Сейчас я сниму. Я просто еще вот этой зарядочкой 10-минутной я занималась больше 23 лет каждый день. 10 минут, но в течение 23 лет каждый день. А мне вот будет 20 июня 49 лет. Да, а вообще, конечно, знаете, как я говорю, что наслаждаюсь собой, жизнью, природой, погодой, свежим воздухом, читаю позитивные книги, мою книгу читаю, книги из моей библиотеки, занимаюсь позитивным мышлением. В общем, мне, понимаете, не камильфо, как-то, знаете, как это называется, мне нужно как-то в таком режиме любви, в таком расслабленном режиме, не напрягаясь, вы поняли, да, не напрягаясь, потому что, понимаете, там какой-то регламент, вот это прочитать, вот так, то есть, я же вам говорила, я, в общем, как-то мне экспромт ближе, и наслаждение жизнью ближе, так что вот, ну и заснимаю я это для моих каналов, для себя, для моих каналов Ютуба, Татьяна Салмановна, Мактум Сай, Фудин на русском, на английском языке. Вот, там больше 6000 видео, на каждом видео я. Ну, что говорить. И, конечно, для Приморского суда Санкт-Петербурга в защиту моей чести и моего достоинства. Ну, об этом я уже говорила. Так что вот. Ну что, перейдем к упражнениям для груди, чтобы грудь была красивая. Вот такие вот упражнения. Упражнения для груди. Ходьба, такая эротическая, экзотическая ходьба на месте.
случае рекомендую цигун и йогу с Натальей Правдиной. Это можно посмотреть на ее сайте и на ютубе. Так что вот. Она и в Турции, я так понимаю, по утрам преподает цигун, йогу. Ну что, что еще? Такие вот движения руками. Вернее, кисти рук и движения. Еще отжимания. Я отжималась, в принципе, от кровати. Отжималась от кровати. В живот втянуть. Отжимание от кровати. Ох, такие эротические, экзотические. Отжимание от кровати. С Татьяной Салмановной, Махтум Сайфуддин. Правда, приседаний я не делала, но я думаю, что приседания тоже нужно. Приседания нужно делать. Приседания, конечно, не делала. Вот, но думаю, что приседания нужно включить в мою теперь утреннюю зарядку. Приседания. Вот такие вот дела. Так что вот. Да. Санкт-Петербург, Россия. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуд.
Ну что, вашему вниманию сейчас я предложу отрывок из моего видеосеминара, пока я кушаю. Будем наслаждаться отрывком моего видеосеминара 2008 года в Америке. Вот, сейчас я включу его. Отрывочек моего видеосеминара американского. Я надеюсь, вам это хорошо видно. Ну, по крайней мере, вы можете посмотреть, ознакомиться. Сейчас будем. Я тоже посмотрю. Кашка уже сварилась.
кашку я уже практически приготовила. Чай заварила, кашку. Вы понимаете, да? Такой вот эксклюзивный завтрак. Ну что мы сейчас отключим, да? Угу. Такой эксклюзивный завтрак со мной. С Татьяной Салмановной Мактум Сайфуди. Наверное, нужно, сейчас буду, наверное, рассказывать о правильном питании, как я представляю себе правильное питание, потому что, как я уже сказала, там больше 6 тысяч видео, вообще у меня заснято 20 тысяч видео с 2004 по настоящий момент, так что вот, по, так скажем, конец мая, 2021 года, 20 тысяч видео, даже больше. И там можно на них посмотреть, что, в общем, как-то я блинчики, в общем, кашка. Ну, я люблю, конечно, знаете, вот это. Люблю вкусно покушать. Ну, имеется в виду не блинчики, кашка. Вот. А кто интересуется моим творчеством, на некоторых видео я рассказывала. Что же я считаю правильным питанием? Полезным для организма. Вот какой мой опыт. Я жила в Америке 4 года. Вот, на 56 Kimball Road, Bloomfield, Connecticut, USA. И ездила, покупала продукты в Organic Shop. В органик-шопе, вот. Конечно, покупать продукты в органик-шопе если позволяют финансы, конечно, нужно покупать в органик-шопе продукты. Это вообще, как это, без комментариев. Кашку немножко пересолила. Ох, Татьяна Салмановна кашку пересолила, ну ничего.
то, что я говорю про питание, это не является какой-то рекомендацией, понимаете, там, если вы хотите рекомендацию по питанию, вам нужно пойти к специальному врачу, который вам порекомендует именно для вас правильное питание. Вот. Я имею в виду in general, я, в принципе, имею в виду себя. Вот. Я вообще считаю, что нужно питаться 5 раз в день, 5 раз в день. Завтрак. Ну, натощак. Как говорится, бокал чистой воды. Вот. А так вообще, я предпочитала, знаете, органик кофе. Органик кофе с 0% milk. Органик мюсли с органик или нет, ну с обычным органик йогурт мне не очень нравился, с йогуртом, с хорошим йогуртом, фрукты, это клубника или дыня, или то и другое, в общем, палитра фруктов, клубники, ну я не знаю, там 100 грамм клубники, порции, ну знаете, это чашка кофе, 100 грамм клубники, они могут, знаете, можно сказать, там, килограммами, нет, 100 грамм клубники, сколько там, ну, вот, знаете, небольшая там тарелочка такая, мюсли, вот, ну, вы знаете, ведь есть такие специальные, как говорится, если кто видел, такие очень такие красивые, даже специальные для этих, для завтрака, может, для завтрака, по граммам, не знаю, 50 грамм, 100 грамм, где-то варьируется, ну, немного, вы поняли, да? Одна порция, то есть это одна порция мюсли с молоком, это чашка, ну, полторы чашки кофе, и то не крепкого. 100 грамм клубники, где-то 100 грамм дыни, вот. Это завтрак, конфетку Рафаэлло. Потом такой брейк на ланч. На ланч я предпочитала тюна ролл. Покупала в органик-шопе такие лепешки и такую тюну в этих баночках. Делала себе в микроволновке такой тюна ролл. Вот. Такой перекус. Потом обед. Это машрум суп. Такой, как говорится, creamy машрум суп. Я предпочитала суши, немножко суши, ну, машрум суп, это половина порции, где-то 100-150 грамм супа, вот, где-то 5 суши с авокадо, салат, вот тарелка листьев салата с маленькими черри, с помидорками с маленькими, сбрызнутые органик соусом с оливковым маслом, с чесноком, вот, и фисташки, органик фисташки, и, честно говоря, вот только вот, как говорится, такой горсть органик фисташек, вот, потом, в зависимости от того, если я ехала на spiritual yoga, я за 2 часа не кушала, ну, там еще какой-то перекус, потом spiritual yoga. И после spiritual йоги я, конечно, тоже не кушала, я делала такой себе смузи, а позже из клубники и 0% milk. Вот. А если я не ехала на spiritual йогу, то, знаете, такой ужин. А, в этот ужин еще, в этот обед нужно включить или пара больших шримс, как говорится, cooked, как говорится, grill или отваренные креветки большие, пара, 2-3 штучки, или кусочек салмона на гриле, это я покупала уже готовый, вот. Ну, а на ужин, если там на spiritual yoga не ехала, на ужин, как говорится, кусочек 100-150 грамм этого салмона на гриле, вот. А еще в этот рацион нужно включить, знаете, там такая каша была, как же она называлась, кускус.
Вот. Я подарила, говорила, ну, можно сюда включить сюда кускус. Я предпочитала салаты делать этим, знаете, зеленые салаты. Вот. В этот рацион можно добавить еще различные овощи, как, не знаю, там, перец, болгарский перец. А также, конечно, не знаю, там, немножко, в принципе, я бы добавила, ну, знаете, когда такой есть выбор, пришел в органик-шопе, есть деньги, и все такое вкусное, и, в общем, я бы кашу не стала. Конечно, в этот рацион можно еще добавить, конечно, немножко там, немножко вот овсяночки, немножко, может быть, гречневой кашки, но когда идешь по органик-шопу и с карточкой, понимаете, Bank of America, понимаешь, что ты можешь купить и вот это, и фисташки, и мороженое. А, отдельное слово о мороженом, и вот это вот, и вкусное мороженое. Хотя 0% мороженое, 0% fat я покупала не в органик. В органик там нельзя было купить. Покупала такая 0. Еще у меня перекусы были. Это ти. Чай я отдельно пила от моих ужина и обеда. Вот, я еще пила в перерывах чай с мороженым, ну, там один кусочек, там 100 грамм мороженого, 50 стол мороженого, чашка чая, то есть такие перекусы, так что вот. Сюда можно еще включить, обычно я очень любила порцию грамм 100 тирамису, вот, мой рацион включал, но очень хорошего, в органик-шопе купленного тирамису. И, конечно, конфетку Рафаэлла, пару конфеток Рафаэлла с утра, вечером. И, конечно, еще эти труфели, французские труфели. Еще печенье, пару печененок. Ну, я просто любитель. Вот. Кто не любит, это я просто о себе говорю. Кто может, конечно, рыбу не любит, когда вот, ну а что мы будем о ком-то говорить? Я просто считаю, что рыба полезна, я рыбу люблю, рыба полезна. Помимо рыбы, знаете, я сейчас сделаю наверх эту штучку, чтобы тут более такой яркий свет был. Помимо рыбы, смотрите, сейчас более красиво. Просто помимо рыбы, я принимала еще в органик-шопе, там можно было купить огромное количество витаминов. Витаминов, и я принимала омега, как там, 6-9, или в общем омега, вот эти вот омега отдельно. Вот, и, конечно, еще принимала витамины, это вот эта омега, потом витамин С принимала. Могу утверждать, такое питание, такой образ жизни, позитивное мышление, чтение позитивных книг, перед спиритуал йогой я еще полчаса занималась на тренажере, а эта спиритуал йога была в спортивном клубе, в хорошем, так что вот, потому что я привыкла с этими, так скажем, упражнениями на разные группы мышц, на ноги, и на верхнюю часть, и на пресс. Вы поняли, да? Так что вот. Спиритуал йога занимал раза два, наверное, в неделю, раза два. Еще я очень любила ходить, выбирать, искать что-нибудь такое по баджету. Красивая в TJ Maxx и Marshalls в магазинах. Я тратила, может быть, в неделю по 5 часов хождения по этим магазинам. Вот
А Наталья Грейс говорит, что человек, она там посчитала, что, может быть, женщина в целом тратит огромное количество времени хождения по магазинам. А я считаю, что, в принципе, хождение по магазинам, оно как бы позитивно. Оно полезно. И, понимаете, ходишь, во-первых, немножко, знаете, такой ветер, в общем, завесочка туда. Во-первых, это ходьба, потом это удовольствие, вы поняли, да? Потом это удовольствие. В общем, как там, в моем случае, это поискать, найти, померить, найти что-нибудь красивое для себя. Положительные эмоции. Так что вот. Ну, все, конечно, нужно в меру. Ну, конечно, прогулки, особенно эти вечерние прогулки, ну, там были собаки, в общем, с собаками надо было уделять время. Конечно, я гуляла, конечно, там это дом шикарный, там можно было гулять и днем, и вот это. А, ну да, я там читала книги в гамаке, я же вам говорила. У меня был шикарный гамак, ну что там, она закрыла эту штучку. Шикарный гамак, эксклюзивный, шикарный эксклюзивный гамак, там же это дом, частная территория, может, я даже не знаю, вот такое чувство, что там вообще как заповедники, и белки, и вообще с утра рано встанешь, как называются-то вот эти вот, олени или лоси, олени, и зайцы. В общем, такая шикарная природа. В общем, дом среди деревьев. В общем, читала я книги по позитивному мышлению, смежным наукам, а погода там, ну, в Коннектикуте там погода такая примерно, как здесь. Нет, там больше период весны-осени, более теплый. Так что считайте там с мая по октябрь. С мая по октябрь там можно было спокойно на гамаке. За исключением супер жарких дней. Там были супер жаркие дни летом, под 40. Когда под 40, там, конечно, только дома с кондиционером. Это хорошо, что дома есть кондиционер. А так вообще, знаете, лежать в гамаке среди вот этих деревьев, обозревать шикарный дом, читать позитивные книги. Знаете, это, вы понимаете, да, что прочитать огромное количество книг, это мне потребовалось достаточно много времени. С перерывами там, это завтрак, ланч, обед и ужин. Все остальное время я, в общем, читала там больше, ну, побольше 5 часов в день. Так что вот, и автор книги, была Александрова Татьяна Юрьевна, и автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вы смотрите мою программу, одну из моих программ, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салманова, Мактум, Сайфудин. Немножко сегодня в таком режиме, знаете, приглашены на мой такой завтрак. Ну, я решила, думаю, расскажу я о правильном питании. Кто-то может подумать, посмотрит мою видео, скажет, как-то она кашу, просто кашу с чаем. Может, она считает, что это как-то полезно, очень супер полезно. Но не надо забывать, что я была замужем, вот, за американским доктором. Вот. Вы понимаете, что американские врачи получают достаточно большие деньги, то есть жили мы очень шикарно. Вот такие вот дела.
Это Татьяна Салмановна плавно переходит к речи для Приморского суда Санкт-Петербурга в защиту своей чести и своего достоинства. Так что вот. Татьяна Салмановна будет рассказывать сейчас вам о кошках, о ее любимых кошках. Проспера Триточки Ру, процветание по-арабски. И про котика Вася.ком, карта Альфа-банка работает сама. Иса вот интересовался. Где кот? Это, наверное, на Белконе. Мы пойдем, это на Белконе. Я даже не знаю, где это. Это не к чему. Я хотела, думаю, с этого, а потом думаю, нет. Я лучше расскажу вам о питании. В общем, как-то вот это, потому что, ну, кушать и, в общем, рассказывать о каких-то таких вот это. Но, а что делать? Здесь как крути, не крути. А защитить свою честь и свое достоинство надо. Хотела посмотреть, пишет моя видеокамера на моем этом ноутбуке. Или немножко шалит. Потому что она немножко пошалила. Сегодня я такое шикарное видео, шикардозное засняла. Зарядочка, положительные, как говорится, веления. Я читала книжку Марка Элизабет Профитов. И все, у меня компьютер мне просто не заснял это видео. Просто не заснял. Я уже как-то говорила на одном из моих видео. Я собираюсь доказать их вину. Если я докажу их вину, я буду просить суда дать им пожизненное заключение за их злодеяние. Так что вот. Мы не будем опережать события, мы к фактам. Татьяна Салмановна имеет высшее юридическое образование. Татьяна Салмановна закончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности правоведения в 1997 году. Татьяна Салмановна и Мактум Сайфуддин на втором курсе на вечернем отделении «Римское право» преподавал Дмитрий Анатольевич Медведев. Бывший президент Российской Федерации. Ну, тогда он был просто преподавателем, кандидатом юридических наук. Я так понимаю, он, наверное, был уже кандидатом. Ну, а Татьяна Салмановна лично с ним знакома. Татьяна Салмановна редко ходила на эти лекции, а зачет она ему не сдавала. Так что вот. Преподавать он преподавал, видеть я его видела. Так вот, просто видела близко. Но никогда с ним не общалась. Так что Татьяна Салмановна, несмотря на то, что он нам преподавал, лекции я посещала эти редко, и вообще посещала ли я вообще, посетила ли я вообще его лекции? Это большой вопрос. Так что вот, и лично я с ним не знакома, потому что вопросов у меня к нему не было, и зачет я ему не сдавала. Так что вот, я лично его не знаю. Хотя близко я его видела, зато с ним великолепно знакомы, даже как там, с таким восхищением, когда я приехала из Америки и говорила с моим однокурсником Дмитрием Шишкиным. Дима мне такое говорил: у тебя сохранилась зачетка. Он думал, что я зачеты этого Медведева сдавала. Говорит, вот зачетка вот эта сохранилась, мы, наверное, зачетки эти сдавали, наверное, там на этот деканат или куда, не знаю, у меня зачетка не сохранилась. Он говорит, мы же учились у самого Дмитрия Медведева. Так что если Дима сдавал личный зачет
Медведеву, Дмитрию Медведеву, он лично с ним знаком. И он вообще с восхищением, что вот он учился. Ну да, он просто вот, просто так был горд вообще по телефону. Вот, так что вот, так был горд. Но Татьяна Салмановна лично знакома с Бондарем, с Аркадием Бондарем, который возглавляет институт НЛП в Санкт-Петербурге. Я там вам отдавала анонс, что я вам скажу, с кем я лично знакома. Мы с ним даже в кафе кушали. Я, знаете, я хотела, думаю, так, я скажу это на моем видео, думаю, как оказалось так, что мы с ним вместе кушали. Вряд ли я просто посещала летний интенсив. Вот, я подумала, конечно, сама его пригласить не могла, и как бы вот это, и он меня вряд ли, потому что я как бы, то есть, я думаю, как мы с ним получилось, что мы вместе вообще пошли вообще кушать в кафе. Я думаю, что это получилось так, что я как-то, наверное, к нему подошла с каким-то вопросом, вот, а он, наверное, сказал, что идет в кафе кушать. И мы как-то, мы с ним вместе пошли, наверное, он шел в кафе кушать, и мы с ним вместе пошли вот в это кафе, вот. Я так понимаю, что я тоже, наверное, что-то кушала. Ну, мы так это по отдельным счетам кушали. И, в общем, и беседовали мы с ним в кафе, так что я лично с ним знакома. Да. Вот такие вот дела. А также Татьяна Салмановна лично знакома с академиком Юрием Кирилловичем Толстым. С Бахиным Сергеем Владимировичем, потому что вот, он был моим начальником, тоже в журнале «Правоведение», когда я пришла, Бахин Сергей Владимирович был моим начальником. Вот. Потом на его место уже пришел Антон Александрович Иванов. А также, значит, если вам, чтобы точно сказать, значит, честно говоря, Татьяна Салмановна очень благодарна. Чтобы я освободила дисковое пространство. Очень интересно. Ну да. Вадим Семенович Прохоров. Советский российский ученый, правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель наук Российской Федерации, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета. 89 лет. 89 лет, родился он 1 октября 1930 года. А, нет, смотрите, его уже нету. 89 лет, 18 сентября, уже нету. Родился 1 октября 1930 года и умер 18 сентября 2020 года. Было ему 89 лет. Ну, 89 лет. Я просто тоже с ним вот лично была знакома. Я просто когда пришла работать машинисткой в журнале «Правоведение», так что вот, благодаря ему я, в принципе, я училась в школе, как бы, я же вам рассказывала, да, благодаря ему, он же, как бы, вот, возглавлял там комиссии, вы поняли, да? Благодаря ему я поступила на юридический факультет, на вечернее отделение. Так что вот, я ему очень благодарна, честно говоря. Если бы, как бы, не он, я бы даже и там, вы поняли, да? Вот, и, вот я с ним лично была знакома, вот. И он поспособствовал, ну, потому что, в общем, как машинистка, я пришла машинисткой в журнал «Правоведение», вот, работать.
просто Татьяна Салманна сейчас смотрит Википедия Георгия Кирилловича Толстого с замиранием в сердце, ему тоже много лет, вы поняли, да? То есть, в общем, у меня очень хорошие, а Юрий Кириллович вообще, в общем, честно говоря, с замиранием в сердце, в общем, вы поняли, да? Четвертого сентября он родился 27-го года, 93 года. Получается, он жив-здоров. Ну, по крайней мере, мне показывает так Википедия. Потому что благодаря Юрию Кирилловичу Толстому, я же ему говорила, гражданское право надо было сдавать Юрию Кирилловичу Толстому. А сдать гражданское право, в общем, Юрию Кирилловичу Толстому, который поставил на меня жизнь, но он даже пятерку у меня поставил, я вам же рассказывала, я вам тоже очень благодарна. Потому что если вы не сдали гражданское право Юрию Кирилловичу Толстому, вы дальше никуда не двигались по учебе. А также Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин лично знакома с Николаем Михайловичем Кропачевым. Лично знакома. Татьяна Салмановна сдавала советский российский юрист, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН с 21 мая 2008 года, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член правления Российского союза ректоров и ассоциации юристов России, один из инициаторов воссоздания учредителя, член Российского исторического общества, член Совета по науке и образованию при президенте, лауреат премии «Юрист года». Николаю Михайловичу Кропачеву Татьяна Салмановна сдавала, точно даже не помню, что-то по уголовному, то ли уголовный, что он там преподавал, то ли уголовный процесс, то ли уголовный, в общем, по уголовному, да. Да, у меня очень хорошее впечатление, я с ним лично знакома, так что вот. Он тоже мне поставил, наверное, 5, он мне, знаете, мне тоже поставил 5. Он посчитал, что, в общем, я знаю на 5, у меня очень хорошее в нем впечатление. Я пришла на кафедру, я уже рассказывала, мне поставила пятерку по этому предмету. Я тоже ему очень-очень благодарна, лично знакома. На мой балконе, хотя показывает, что не так много тут места осталось свободного, как оно здесь могло не так много места свободного остаться.
Люди там такие наслаждаются жизнью. Красотка, такая девочка. Ну, немножко такие отступления от темы. Или вот так будем к книжке, поближе к книжке. Хотела тут куриный бульон для души. Еще эту книжечку. Куриный бульон для души. Поскольку мне мой ноутбук показывает, что там не так много у меня вот этого места свободного. Да. На мое у меня огромное количество, ну что там, фотографий, видео. Так что вот. Так что вот, по поводу Иса. Сначала я вам расскажу, потом куриный бульон для души. Вот одна из книг моей библиотеки. Куриный бульон для души. 101 лучшая история, которая открывает сердце и исцеляет душу. Джек Кенселк, Марк Виктор Хансен и Эми Ньюмарк. Обратите внимание на количество экземпляров проданных книг. Огромное количество. Вот, ну, возвращаясь, вот буквально тут совсем недавно Иса у меня спрашивал, где же кот, он у вас дома? Как бы здесь по фактам, просто по фактам, это для специально для Приморского суда Санкт-Петербурга в защиту моей чести и моего достоинства. Это когда? 29 июня 2020 года ворвался в мою квартиру мужчина в милицейской форме из 93-й квартиры и заблокировал мне дверь. Я не смогла выйти. Не предъявив никаких документов, мужчина был в полицейской форме. Я до этого видела его уже 3 раза, но он ни разу мне не предъявлял документов, удостоверяющих свою личность. Поэтому точно я вам не могу сказать ни его имя, ни его фамилию, ни его отчество, поскольку документов я его не видела. Но он был в милицейской форме. Невысокого роста, восточной внешности, темные волосы, достаточно симпатичный, крепкого телосложения. Он заблокировал мне дверь, я не смогла выйти в коридор. Я ему сказала, что я с ним не хочу беседовать наедине в моей квартире. Он попросил предъявить документы, я предъявила ему паспорт, который он порвал. Вызвал бригаду из Скворцова-Степанова. Приехали 2 или 3 медбрата, мужчины. Что у нас там по факту? Я ему сказала, что мне нужно позвонить по телефону, сделать звонок. Он мне не дал это сделать. Он всячески препятствовал, чтобы я позвонила кому-либо. Я пыталась позвонить 5 раз или больше. Он пытался отобрать у меня телефон. Приехала бригада из Скворцова-Степанова. Которая закрыла окна в моей квартире. Может быть, даже как-то вот... При них, по-моему, я при них звонила, да. Я при них дозвонилась по телефону, сделала звонок. А здесь дома у меня был котенок. Вот тот, о котором спрашивали. Вася.ком.
Они сказали, что я налила кастрюлю воды и высыпала корм для кота. Сколько тут есть. Я так и сделала, налила кастрюлю воды, высыпала весь корм, который там был, пачка корма, наверное. Так что вот. Взяла сумку. Закрыла квартиру. И бригада скорой помощи увезла меня в Скворцово Степаново, где я пребывала в заключении с 29 июня по начало, где-то там, начало сентября 2020 года. На многих отделениях Скворцово Степаново переболела там коронавирусом, а также еще была и в этот же период и в больнице в Кащенко психиатрической. А из психиатрической больницы Кащенко опять направили в Скворцово-Степаново. Телефонному звонку он всячески препятствовал, тем самым обрекая моего котенка на голодную смерть. Чтобы этот котенок вот съел, выпил то, что я вот ему положила. Поэтому спрашивать, где котенок, это не очень корректно. Это Татьяна Салмановна рассказала по фактам. Все как было. Без эмоций, по фактам. Факт есть факт. В защиту своей чести и своего достоинства Татьяна Салмановна для Приморского суда Санкт-Петербурга может предъявить 20 тысяч видео 2004 года по настоящее время. А также материалы, предоставленные мною для Приморского суда в защиту моей чести и моего достоинства, когда судился со мной Александр Сергей Юрьевич, хотел признать меня недостойным наследником. Мною для Приморского суда Санкт-Петербурга была предоставлена целая пачка документов два раза. В защиту моей чести и моего достоинства. Все суды я выиграла. Так что вот. Я так понимаю, что мы будем опираться на факты, а не на домыслы или кому-то что-то там где-то вот это. Вот такие вот дела. Это моя программа творческой студии позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Вот такие вот дела. Страница 212 книжки «Куриный бульон для души. Неожиданный взгляд на жизнь». У человека должны быть великие цели, которые хранили бы его от мелких неудач. Чарльз Нобель. Мама сказала, что я не могу играть в бейсбол, потому что недавно перенес операцию и не смогу быстро бегать. Я ответил ей, что не собираюсь бегать быстро. Когда я начну играть в бейсбол, то выгоню всех игроков с поля и смогу бегать медленнее. Эдвард Макград. Очень интересно, правда? Меня вообще удивляет эта книга, я уже не одну тут историю прочитала, и, честно говоря, очень удивляюсь. Жизнь своей мечтой. Я не знаю, может быть, это какой-то американский юмор, это, в общем, честно говоря, меня очень... Это не то, что мне вот эта история понравилась, это я просто открыла на какой-то вот... Это просто очень продаваемое, понимаете, какое количество экземпляров этой книги продано. Просто очень удивляет. 2012 страница. Это, наверное, может быть, американский какой-то вот это, американский суп для души. Хотя здесь один или две истории, пролистав эту книжку в 2004-2005 годах, и тут одну или две истории нашла. Но я всю ее не читала. Я читаю, знаете, как выборочно. Провал нет, только временное отступление. Гений – это тот, кто зрит в корень вещей. Лао Цзи, древнекитайский философ. Это написано на 272 странице. Возможно, здесь есть крупицы мудрости, просто я еще их не нашла. Но я их ищу.
Если вы заглянете в мой офис в Калифорнии, вы увидите старомодную испанскую плитку, красный деревянный автомат для продажи газированной воды и 9 обтянутых кожей стульев, какие обычно стояли на старых, чего там стояли, старых аптеках. Странно, да? Но если эти стулья умели говорить, они бы сказали о том дне, когда я едва не потеряла надежду. Так, хорошо. Это что? Здесь такой рассказ, да. Только что закончилась Вторая мировая война, и с работы было очень напряженно. Боб, мой муж, занял денег и купил небольшую химчистку. У нас было два очаровательных малыша. Стандартный дом, машина и обычные выплаты. А, в общем, да, это 272 страница. Кому интересно, вы можете какую-то купить, прочитать эту книгу. Я не то, что рекламирую, чтобы вы покупали. Может быть, кому интересно, тут в интернете, это за интернете. Так что вот. А так я хочу сказать, что у меня вот бабушка Щеглова Антонина Мартьяновна проработала всю блокаду Ленинграда. Прожила с моей мамой, а мама была у меня маленькая, вот, Александровой Тамарой Петровной. Бабушка работала, мама была маленькая, и, в общем, они, в общем, жили, бабушка работала в блокадном Ленинграде. Так что вот, вот такие вот дела. Я, знаете, просто сказала, вот, ну, не будем уточнять кому, я просто тут на днях сказала, что, вы знаете, вот у меня есть опыт питаться, чем кормят в больнице психиатрической, как там кормят, и, честно говоря, в общем, чем там кормят, я просто поставила под сомнение, что люди в блокадном Ленинграде могли выжить 900 дней блокады на кусочек хлеба. Побывав 2 месяца и потом еще 2 месяца 10 дней в психиатрической больнице, вот, я подставила под сомнение, что можно выжить 900 дней вот на те блокадные, вот эти, на те блокадные крохи хлеба. Вот, ну на что мне сказали, ну как же, люди выжили, и на что я, в общем, как-то я так подумала и решила, что они выжили не за счет хлеба, они выжили за счет, и во время войны падали самолеты, и мы, как говорится, знаем такие примеры Мересьевой, каких-то вот этих вот людей, которые ползли, понимаете, кто-то просто вот падал, где-то они умирали, а кто-то и падал с больными ногами, понимаете, с перебитыми, полз километры. Вы поняли? Да, это как бы сила воли, сила к жизни. Это, как говорится, знаете, я так понимаю, что те, кто выжил в блокаду, они выжили на своей силе воли. Такая была тяга к жизни. К хлебу это, наверное, не имеет отношения. Вот. Вот такие вот дела. Потому что те, кто ползли, в общем, это приползали, это была такая тяга к жизни, это было, в общем, я вот что хочу сказать. А ведь там бомбежки и страх, понимаете, и был огромный, и какой-то холода, какие были, минус 40 было, так что вот, какие зимы были, так что вот, вот такие вот дела. А если прибавить сюда различные болезни, этот кусок хлеба, в общем, я поставила под очень большое сомнение, в общем. И, наверное, это вот, можно сказать, что это сила, люди выжили на силе воли. Моя декларация самоуважения. Будьте собой, все остальные места уже заняты. Оскар Уайльд, философ и писатель. Будьте собой, все остальные места уже заняты.
Этот текст был написан в ответ на вопрос 15-летней девочки, как мне готовить себя к полноценной жизни. Я – это я. Да, это, кстати, такое интересное. Во всем мире нет другой точно такой же. Есть люди, которые немножко похожи на меня, но никто из них не является моей копией. Следовательно, все, что от меня исходит, подлинное мое, потому что я одна это выбираю. Я хозяйка всего, связанного со мной, моего тела, включая все его действия, моего ума, включая все мои мысли и идеи, моих глаз, включая все образы, которые они видят, моих чувств, какие бы они ни были, гнев, радость, очарование, любовь, расстройство, восхищение, моего рта и всех слов, из него выходящих, вежливых, милых, грубых, правильных и неправильных, моего голоса, громкого и нежного, всех моих поступков, совершенных как в отношении других, так и меня. Я хозяйка моих фантазий, мечтаний, надежд, страхов. Я отвечаю за все мои победы и успехи, за все свои ошибки, неудачи и ошибки. Я бы сказала так, за все свои ошибки и неудачи, за все свои победы и успехи. Победы и успехи, поставив, в общем, как-то вот это. В общем, страница, какая страница тут? Страница 106 в книжечке. «Учиться любить себя». А, это такое, знаете, подзаголовочек. «Учиться любить себя». Вот. Поскольку я хозяйка всего связанного со мной, я могу поближе познакомиться с собой. Я могу любить себя и подружиться с каждой из своих частей. Затем я могу добиться того, чтобы все мои части работали в моих интересах. Ох, это уже, знаете, такая вот, это вот интересно. Я понимаю, что внутри меня есть явление, которое меня ставит в тупик. А есть и то, о чем я не знаю. Но поскольку я отношусь к себе дружелюбно и с любовью, я могу смело и с надеждой искать решение проблем и способы узнать больше о себе самой. А как бы я ни выглядела и не проявляла себя, что бы я ни говорила и не делала, что бы я ни думала и не чувствовала в настоящий момент, это все я. Это ощущение отражает мое место в данный момент времени. Когда позже я оглядываюсь на то, как выглядела и как вела себя, на то, что я говорила и делала, что я думала и чувствовала, некоторые мои части мне не нравятся, поэтому я отказываюсь от тех, что мне не подходит, и оставляю тех, что прошли испытания на пригодность. Значит, не совсем поняла, ну, может быть, вы как бы поймете, да? Немножко, может, по-другому надо было сказать. Ну, в общем, я читаю как есть. А, некоторые моя часть. А, то есть, наверное, то, что, может быть, она говорила, ей не нравится эту часть, она решила оставить и быть хорошей. А, ну это понятно. Ну, значит, так. Просто написано части. Да, ну, а как, наверное, по-другому сказать? А, ну понятно, понятно. Я придумываю новое назначение тем частям, которые я забраковала. Я могу видеть, слушать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня есть инструменты, чтобы выжить, чтобы сближаться с другими людьми, чтобы быть эффективной, чтобы найти смысл и порядок в мире людей и вещей вокруг меня. Я хозяйка себя самой. И, следовательно, я могу себя проектировать. Я – это я сама, и со мной все в порядке. Вирджиния Сатир. Это очень хорошо, между прочим, вот это, давайте подчеркнем. Я – это я сама, и со мной все в порядке. Я бы так тоже сказала. Знаете, тоже так вот сказала, и знаете, даже вот в речи для Приморского суда Санкт-Петербурга. Татьяне Салмановне скрывать нечего. Так что вот. Татьяна Салмановна родилась 20 июня 1972 года рождения в городе Ленинград. Закончила 8 классов, потом я училась в ПТУ-90, секретаря-машинистку со знанием иностранной машинописи и стенографии.
Вот, поступила на вечернее отделение Санкт-Петербургского государственного университета, на юридический факультет, закончила юридический факультет в 1997 году. Вот, дважды я была замужем за кандидатом юридических наук Макаровым Сергеем Васильевичем, совершенно недолго, когда мне было 20 с небольшим. Второй раз я была замужем за гражданином Соединенных Штатов Америки. Вот, 4 года за Перри Максвеллом Данске. Позитивным мышлением я занимаюсь с 2002 года по настоящее время. Я написала книгу, я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вот такие вот дела. Была Александрова Татьяна Юрьевна. Я официально поменяла мое имя, отчество и фамилия в 2018 году на Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Я засняла 20 тысяч видео, мой лайв-журнал и студию, мою творческую студию позитивного мышления. 20 тысяч видео, больше 6 тысяч видео загружены на два моих канала YouTube, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, на русском и на английском языке. Так что вот, я занимаюсь позитивным мышлением, моя студия, творческая студия позитивного мышления. Там огромное количество видео моей творческой студии позитивного мышления. Вы можете посмотреть, ознакомиться. Я читаю, так скажем, читаю мою книгу «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Вот. А также мои видеосеминары. Видеосеминары 2008 по позитивному мышлению 2008 и 2009 года. Семинары я снимала в Америке, также частично я сейчас их переснимаю, частично, вот, и также я читаю книги из моей библиотеки по позитивному мышлению и смежным наукам, а также рассказываю, обсуждаю книги, философствую и рассуждаю на тему позитивного мышления и смежных наук. Это личностный рост, это немножко, знаете, о тантре, это личностный рост, это позитивное мышление, это мотивация, вот. Вот такие вот дела. Мою книгу «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания» я написала, изучив и вообще опираясь на такие книги основателей позитивного мышления, как Норман Винсент Пилл, Джозеф Мерфи, вот, Депак Чопра, Джон Кеха, Роберт Стоун, Тони Робинс, Наталья Правдина, вот, Бода Шефер. Кто еще? Александр Свияж и некоторые другие. И прошу заметить, среди этих имен это, ну, сказать, что, ну, миллионеры это богатейшие и известные люди. Также на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуддин через дефис пишется это на русском языке. Я выкладываю с Ютуба огромное количество видеоматериала по позитивному мышлению, в том числе вот эти авторы, которых я уже, смотрите выше, о которых я уже сказала. И также некоторые отрывки тоже вот книг и Натальи Правдиной, и Санлайт, и Джона Кеха, и других. В общем, в рамках студии, творческой студии, моей творческой студии позитивного мышления.
что, Татьяна Соломонович хочет сказать, что да, это для Приморского суда Санкт-Петербурга Татьяна Соломоновна Мактум Сайфуддин скрывать нечего. Вот. Вы на моем лайв-журнале можете посмотреть, я откровенно рассказываю о себе, о своей жизни, о том, что было, о том, что есть. Так что очень, очень откровенно я могу ответить на любые вопросы, мне скрывать нечего. Так что вот. Я засняла огромное количество видео, в том числе, как я уже сказала. Рассказываю о себе, очень достаточно откровенно о себе, о своей жизни, как я жила, как я живу, с кем я была знакома, с кем я знакома. Так что вот такие вот дела. Также я практикую актерское мастерство, огромное количество видео я засняла. Я пишу помимо творческой студии позитивного мышления, я еще занимаюсь различным творчеством, ну об этом вы можете посмотреть на моем лайв-журнале. Коллекционирую старинную мебель, и там ту мебель, которая там, как говорится, предметы быта и мебель, которые мне нравятся. У меня коллекция зеркал, стульев, в общем, картин. Занимаюсь творчеством, дизайном. Хочу быть актрисой, певицей. Интернет дает огромные возможности для этого. Можно себя, если ты, например, обладаешь голосом уникальным, в общем, спеть песню, выложить в интернет, ты будешь, и, наверное, известным, если ты обладаешь каким-то уникальным даром, или ты, например, пластичен, или у тебя голос шикарный. Как говорится, ищем таланты. Вот такие вот дела. Также у меня там в проектах несколько книг, книжка для детей. Вот, и различные проекты, различное творчество. Это помимо творческой студии позитивного мышления. Но в настоящий момент я, в общем, так это достаточно, не знаю, наверное, в рамках моей, наверное, в рамках моей творческой студии позитивного мышления я буду как-то так вот плавно, постепенно еще знакомить также с моим творчеством. То есть это войдет в мою как бы вот студию, творческую студию позитивного мышления. Так что вот с вами была Татьяна Соломоновна Мактум Сайфуддин. Это моя очередная передача моей творческой студии позитивного мышления Татьяна Соломоновна Мактум Сайфуддин.